В этом выпуске я хочу сделать интересный обзор. Нет, не то, о чем вы подумали. Да, вот оно, зайца. Заяц нюхал банан и хочет банан. Ты скажи, какой я заяц, да? Я ушастая хрень. В общем, в этом выпуске я хочу сделать обзор на ёлку. Меня давно просили. Я не смог удержаться, потому что это чудо-кошка, и я очень рад, что она у меня есть. Кошке великолепная прошивка, ей год уже, через 10 дней будет год. Вот. У нее клевая прошивка, но вот в процессе эксплуатации могу сказать, что обнаружился один баг. Она очень требовательна к питанию. Не то, что она там хочет самую дорогую еду, хотя я купаю достаточно неплохой ей корм. Вот. Она требовательна к частоте кормления. Это сфинкс, и у них есть некие нарушения вкусовых рецепторов. Как вы видите, вот у мамы обычная домашняя кошка бананы не жрет, а это вот только дай. Арбузы, персики, груши, яблоки, вообще, по-моему, все фрукты, она сожрет, она вообще жрет все, она как свинья. Это вот такая вот ушастая лысая свинья, да, Клёпа? Дай мне тоже бананчик. Да. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight, oh yeah. Well, we know that I'm going away. Ушастая лысая свинья. Вот. И баг обнаружился в том, что она не может более 8 часов обходиться без еды, если ты находишься дома. Если тебя нет дома, естественно, ее никто не кормит, и все нормально. Но вот, когда ты дома, она, значит, начинает тебя сначала облизывать, а потом кусать за нос. Так, за кончик носа прикусывать, это очень, очень прикольно, а потом уже начинаешь даже от этого получать удовольствие. Вот, поэтому на ночь ей даешь побольше еды, утром она тебя вместе с будильником. То есть до будильника она, как правило, тебя не будет. Но стоит тебе встать, там, извиняюсь, в уборную или будильнику сработать, она тут же просыпается и начинает тебя кусать. Еще очень многим непривычно было, кто у нас ночевал, кошка обожает спать внутри спальника, под одеялом, то есть она не спит практически сверху, то есть ты ложишься спать, она подходит к тебе, наступает тебе на лицо, ты отодвигаешь руку с одеялом, она залезает под одеяло и там спит. Вообще функционал у этой кошки очень специфичный, да? Она умеет урчать, она умеет греть, и она жутко социальная. Урчать она умеет очень громко, заводится с полоборота. Идеальная женщина. А греет она тоже охренительно, потому что у нее нет шерсти, которая задерживает тепло. Температура тела у нее 39 градусов, поэтому грелка охренительная всегда. А жутко социальная она в том, что вот что бы ты ни делал, где бы ты ни находился, она рядом. Крашу я стену, шпаклюю, стираю, моюсь в ванной. Ванная — это вообще отдельная ситуация. Мыться она не любит. Мыться она не любит, но при этом она садится за занавеской и слушает шум воды по занавеске, смотрит, урчит, причем ее можно не трогать, на нее даже не смотреть. Ты моешься и слышишь сквозь шум воды, как она урчит. Просто сама по себе, потому что ей это нравится. Ей тепло, потому что дверь в ванную закрыта, а там как бы горячая вода, все дела, поэтому ей там тепло, ей хорошо, она тут не любит выходить.
easy to say goodbye, darling, please don't start to cry. Крашу я стену, она рядом сидит, пытается эту стену лапой потрогать. В общем, от нее в квартире никуда не деться. Ты вот спал, встал, она тут же встала. Неважно, что ты будешь делать, ей важно быть рядом. И в этом плане есть один минус такой-то, но это не баг, это скорее такое небольшая логическая дыра в том, что она очень не любит оставаться одна. Поэтому, когда я вернулся с экспедиции новогодней, отсутствовал 2 недели, 3 недели, и к ней только приезжали каждый день, там, на 15 минут покормить и все. Она прям с меня не слезала, она на руки забралась и прям сидела. Lord, I wish it wasn't so safe tonight. Кстати, вот эта вот привычка у нее сидеть на плече обнаружила совсем недавно. До этого она так не любила делать, а тут прям порадовала. Ты приходишь в квартиру, она на тебя запрыгивает и сидит как попугай. Поэтому вот у меня дома есть теперь лысый ушастый попугай. Кстати, как я ее только не называю, хрень ушастая и лысь. И она, кстати, уже начинает отзываться не на свое имя, хотя зовут ее Клеопатра, Клепка. Вот. Я на ушки, она стала отзываться на ушки. То есть я говорю, ушки, она тык-тык-тык-тык прибегает. Вот, там я хрень, лысь, ушастая хрень. Недавно заходил мастер, увидел, что это такое. Говорит, хрень ушастая. Вот, вот так, что, правда? Вот, в общем, шутки он не понял, хотя я на полном серьезе ее называю хрень ушастая. Она вполне себе нормально отреагирует. Да, я тоже хочу. У тебя банан на кончике носа, ты в курсе? Хрен с тобой. Вот, всеядности этой кошки я поражаюсь. При этом я кормлю ее хорошим кормом для того, чтобы... Потому что мне жалко. В общем, вы просили сделать обзор на хреньку 1 апреля. Почему бы это не сделать? Собственно, сейчас будет много забавных моментов уже без моего звукового сопровождения из домашних съемок, где Клёпа вытворяет разные забавные вещи. Поэтому, если вам понравится, я думаю, что отдельные выпуски, посвященные этой кошке, я буду делать еще на лайв-канале. Ну и на основном она, конечно, будет мелькать, потому что эта хрень просто чудесная. Сфинксы рулят миром, прям вообще. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Алексей Клёпа, бай! I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Get the picture. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Hey baby, Santa is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, knows if you've been bad or good, so good for goodness sake. Oh, you better watch, you better not. I'm telling you why Santa Claus is coming to town.